Привет, мои хорошие. Это я, Элла Австралия, из Сеула. И сегодня пятый день, как у меня прошла пластическая операция. Вот в этом центре, в Корее. А мы живем здесь. Здесь находится наш номер. Это Сеул. Вечереет, вечереет, и над озером летают утки. Сказать о моем самочувствии, ребят, я просто в это реально. Вот я вам в каждом видео повторяюсь. Боли абсолютно никакой. И сплю, и прыгаю, и танцую, и я вообще не знаю, но ну, посмотрите, что я могу сделать на пятый день. Ну что? Если бы я был султан, я бы имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Жду не дождусь, когда у меня уже окончательно вот это вот все пройдет. Посмотрите, все синяки прошли. Единственное, у меня еще немножко, я вот сейчас вам не могу показать, вот здесь вот припухшее, вот здесь вот. Кушаю я уже нормально, потому что первые дни вот здесь было стянуто, и я боялась открыть рот. Мне говорят, что ты боишься? Ну, это я так. Знаете, краски сгущала. А ларчик просто открывался. Здесь-то у меня рот завязанный. Вот так, вот так. Вот поэтому я его открыть не могла. И вот смотрите, еще прошло 1 час. Еще больше глазки открылись. Наблюдаем дальше.